Alibaba, крупнейшая компания на многомиллиардном рынке интернет-коммерции в Китае, объявила, что приобретет треть акций компании Ant Financial, которая готовится к первичному размещению ценных бумаг IPO. Деятельность Ant Financial заключается в частности в создании блокчейн-платформы для пожертвований. Ant – вторая компания после онлайн-платежной системы Alipay. И покупка акций Ant вполне вероятно поможет Alibaba получить еще большее преимущество над конкурентами в секторе электронной коммерции. Напомним, что в 2016 году стоимость компании Ant оценивалась в 60 миллиардов долларов.